четверг в Самарской области облачно, но будет проглядывать солнце без осадков. Температура воздуха в дневное время 0-2, ночью 1-3 градуса ниже 0. Ветер южный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем нулевая температура, ночью 1 ниже 0, ветер южный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, днем 0 градусов, ночью минус 2, южный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков, днем минус 2, ночью минус 3 градуса, ветер южный 5 метров в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.